Ассаламу алейкум. Меня зовут Самим Надеев, из Таджикистана, база «Вольная борьба». Ради победы я готов на все. Мурданова, Калами Грембой, Дунаней, Таджикистан, Бапеш. Настоящее имя – Саймумин Мадиев, но весь мир называет его немного иначе. Люди хардкора, я теперь буду здесь драться. Ну что ж, друзья, встречаем. Метро Люблино. Работаем! Ну что ж, поехали. Первый раунд начался. Была энергия во время боя. Почему многие бойцы, которые не умеют наносить их, у них заканчивается бензин. Они очень быстро устают. Потому что в начале боя намажутся ногами. И уже дальше продолжать его не могут. Тем временем Мадиев пытается улучшить положение партера. И мне кажется, здесь все и должно завершиться, потому что явное преимущество в грэпплинге. И вот выходит на армбар. И сдача. Добьется Владислав. Вот так бой. Стремительное начало у нас сегодня. Быстрый, яркий и, главное, классный перформанс. 5-я секунда первого раунда. Победу болевым приемом одерживает боец из красного угла Саймумин Мадиев. Флешмоб из интернета. А ты еще и крутой боец. Что скажешь нам? Давай залетай в хардкор. Всегда с удовольствием. В любое время готов драться вас. В любое время? Матчмейкера, подпишите этого человека к нам на постоянной основе, пожалуйста. Слушай, сколько подписчиков прилетело? Ну, после этого, короче, грубо говоря, 160 больше уже тысяч. 160 тысяч уже? Рекламу покупают? Конечно, без рекламы как уже. Сколько стоит? Ну, минимум 3 тысячи начинаю уже как-то. Это не серьезно. Ребят, вот здесь сейчас появляется Инстаграм. Все рекламодатели сюда просто залетают, поддерживают метро Люблино. А теперь, я так понимаю, метро Люблино — это еще и часть хардкора будет, дай бог. Метро Люблино, хардкор, работаем. Работаем, согласен. С победой тебя, красавчик. Спасибо. Это было ярко. Спасибо, ребят. Спай ремикс.